Меня зовут Катерина Плющ. Я живу в Киеве, но много путешествую по миру и уже больше 10 лет изучаю афрокубинскую культуру и преподаю этнические афрокубинские танцы. Представляю вам мою историю, мой небольшой фильм, мое путешествие «28 дней в Гаване», которая расскажет вам про своеобразную, неповторимую кубинскую среду, общество людей, быт, климат, еду, транспорт и, конечно же, танцы, музыку и религию, специфические афрокубинские особенности. Надеюсь, Куба станет ближе, и у вас возникнет непреодолимое желание увидеть собственными глазами Гавану. Продолжение истории «28 дней в Гаване» теперь самое время перейти к моей любимой кубинской тематике – музыке и танцы. Начну с самых современных тенденций и в своем видеорассказе в обратном порядке буду демонстрировать музыку и танцы от тимбы до афрокубинской этники. Итак, перечислю для начала очень кратко основные музыкально-танцевальные направления. Самые современные – это кубатон и тимба, которые появились после 80-х годов 20-го столетия. Национальные, народные или фольклорные кубинские танцы – это сон традициональ, сон монтуно, ча-ча-ча, мамбо и кубинская румба. К ней относятся танцы ямбу, колумбия и гуагуанко. Эти танцы появлялись с начала 19 века и по середину 20-го. И самые древние – афрокубинские этнические танцы, которых уже коснулся мой рассказ в разделе «Религии». Их тоже относят к кубинскому фольклору и сокращенно называют просто «афро». Это танцы культуры йоруба, конгу, абакуа, арара, вуду, корни которых находятся в Африке и на Кубу попали вместе с первыми африканскими рабами в 16 веке. Для кубинцев музыка и танец являются неразрывным целым. Неоднократно я слышала высказывание «танцевать музыку» вместо привычного «танцевать в музыку». Эта фраза подчеркивает то, как важно для них в танце передавать все нюансы мелодии и ритма каждой музыкальной фразы. Недаром Гавана – одна из самых музыкальных и танцевальных столиц мира. Одно из ярчайших впечатлений у меня оставили концерты кубинских групп, исполняющих современную тимбу. Эта музыка начала зарождаться на Кубе в 80-х годах прошлого века и развивается по сей день. Одной из первооткрывателей и законодателей новых тенденций в тимбе –
стала группа Los Van Van, одна из самых известных и популярных на Кубе сегодня. Лоски Самсон, Эли Тереве и Су Чарангон, Бамболео, Гавана де Примера, Мамалита и Су Трабако – это не полный список тех ярчайших исполнителей тимбы, которые мне посчастливилось слушать вживую в Доме музыки и на концертах фестиваля «Baila en Cuba». В одном из выступлений я даже принимала активное участие в образе Ямая. Oh, yeah.
Хочу отметить, что стоимость билета на живой концерт Casa de la Musica или в другом развлекательном месте от 10 кук, то есть приблизительно от 10 евро и более. А это значит, что кубинец, который не является певцом или артистом и зарабатывает всего 30 кук зарплаты в месяц, попасть на концерт сможет только если турист заплатит за него. Поэтому эти места больше предназначены для иностранцев. Теперь давайте посмотрим внимательно, как сейчас танцуют на Кубе социальные танцы. По моим наблюдениям, в Гаване танцуют очень музыкально, четко и пластично, не делая сложных фигур и в то же время исполняя трудные элементы с кажущейся легкостью. Человек, не разбирающийся в этих танцах, обязательно заметит, что кубинцы танцуют красиво и просто. Но я отмечу, что за этой кажущейся простотой скрывается такая большая история, такая школа, такая горячая кровь, такой чуткий слух, что туристам и не снилось научиться так танцевать за пару приемов. Но хочу сразу опровергнуть стереотип, что все кубинцы отлично танцуют. Я бы сказала, что танцевать и учиться можно по-разному, но танцуют хорошо во всем мире только те, кто хорошо учился танцевать. А очень хорошо танцуют те, кто хорошо учился танцевать большую часть своей жизни. Простите за тавтологию. Конечно, многие таланты передаются по наследству, а кубинский темперамент формируется с пеленок. Поэтому в Гаване все немного артисты, но не все профессионалы. Если говорить о технической части танца, то в Гаване больше всего кубинцев, которые танцуют кубинскую сальсу на третий и седьмой счет. Есть также и те, кто танцует на слабую долю, то есть на второй и шестой счет, и те, кто танцует на первый счет, то есть на сильную долю. Но эти две последние категории в меньшинстве. В Европе же все танцуют в сильную долю, то есть на первый счет, и только немногие европейцы могут танцевать кубинскую сальсу по-другому, например, на слабую долю. Эта пара танцует на слабую долю, на счет 2, и вроде бы не делает ничего суперсложного, но только посмотрите, как вкусно они готовят свой соус, или сальсу, или тимбу, или просто танец. Можно называть как угодно, главное, мы видим приятное исполнение уличного кубинского социального танца, и технику, и манеру, и умение смаковать и наслаждаться процессом. Вкрапление элементов других ритмов и движений из афро, румбы, кубатона очень характерно для музыки и танца тимба. В ней присутствует одновременно сильное влияние как популярных, так и этнических мотивов. Thank you.
подумайте, что на Кубе принято так танцевать. Похоже, кубинцы любят показывать то, что происходит за кулисами, и умеют выглядеть естественно в любой ситуации. А это профессиональный калихерос, уличные танцоры, в их исполнении постановка Руэда де Кассина и Кубатон. Yeah.
первых трех частях моего фильма «28 дней в Гаване» с Катериной Плющ вы узнали о кубинской жизни, афрокубинских религиях, популярных музыкальных и танцевальных особенностях острова Свободы. В четвертой части вас ожидает полное погружение в мир кубинского музыкального и танцевального фольклора. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и смотрите новое интересное видео. Продолжение следует.